Нет! Исключительно тупые ножницы. Как он вообще мог ими пользоваться? Войдем! Пустые баночки из-под помады для волос, сильный цветочный запах. Очень сильный. Это особый цветочный эликсир Жана Луи Людовика. Он... Эта баночка тоже пустая. Замок не тронут. Никто и не пробовал сюда вломиться. Эта баночка тоже пустая. Замок не тронут. Никто и не пробовал сюда вломиться. Тебе павильон, тебе повезло. Дневник цирюльника. Так, ноготочки, локоны, центрийский веер, арийский хвостик от Платагона. Но играть это уже не модно. А вот тут список посетителей. Последней клиенткой была госпожа Ле Помпиду. Ты знаешь какую-нибудь Ле Помпиду? Да, очень милая старушка. Уже 10 лет делает прически у Жана Луи. Абсолютно безвредная. Вот здесь набросок какой-то карты. Тебе это что-нибудь говорит? Кажется, я знаю, где это. Но там ничего нет. Ну, совершенно ничего. Только поля, луга. Кажется, я уже знаю. Я, кажется, тоже. Зараза, вскричал он лицом багровее, лишь бритвы духи нет нигде продобрее. Не мог бы ты минуту помолчать? Кажется, я понял, что с твоим бродобреем. Ни следов борьбы, ни следов взлома. По-моему, он просто отправился за компонентами для духов. Все баночки... пустые. Так наверняка и было. Он пошел за город собирать на лугу лепестки цветов. Там на него напали тролли и циклопы и сожрали. Мощно! Ты можешь показать это место на его карте? Разумеется. Тогда видим. Послушайте, дива, продобрея спать. Сверкала звезда синевой в небесах. Минуты текли, как песчинки в часах. Вот он, герой, гладкий, задорный, породистый. Жизнь в Акмере бывает дорогая. Не задерживаться! Проходите! И дальше за стены плющом увиты, и дальше вперед в царство мрачной стихии. Ты все так будешь комментировать? Опять блохи спать не давали. Замшелых гробниц их встречали каменья, но шли они прочь и не знали сомнения. А вот и то самое место с карты. Зараза, назад! Спаси меня, ведьмак! Дох!
Что это было? Архиспора. А, может, их поблизости еще больше? Хрен его знает. А что тебе подсказывает твое ведьмачье чутье? Что ты хочешь вернуться. А-а-а, отличная шутка. Идем дальше. Я же знаю, что ты сможешь меня защитить. Теперь проверим другое место на карте. Мечом наш герой зарубил его скоро, повсюду разбрызгавшись слизь архиспора. Но в брюхе сыскать не сумел Бродобрея. Знать, кто-то другой его слопал скорее. Есть! Это корзинка Жана! Теперь мы точно знаем, что он тут был. Корзинка с лепестками цветов. Так пахла та помада. Корзинка с лепестками цветов. Так пахла та помада. Следы борьбы, все-таки ты был прав. С ним действительно что-то случилось. Ух. Ну хорошо, если так. Надеюсь, что это не тролли. На них рифму почти не подобрать. Как? Ты уже нашел следы? След обрывается на скалистой площадке. Они спустились глубже в пещеру. Темно тут как-то. И страшно. Испугался, значит? Может, срифмуешь что-нибудь для храбрости? Это прическа последний писк моды при Коверском дворе. Ни одна дама супротив вас не устоит. Так, блядь? Я выиграл бы турнир, как нечего делать. А барышня Вивьена уже сегодня согревала бы мою ложу. Держат пленника воры в пещере кошмара, но не знают, что ждет их суровая кара. Тихо. Гонишь, Сригаль? Что так модно? Мы в Нильфгарде, а не в этом долбанном ковере. Что он тебе сделал? Что сделал? Он постриг меня под куриную гуску, так что шлем стыдно снять. Я не мог показаться на турнире. Я хотел показать свое мужество прекрасной Вивьене де Табрис. А из-за этого засранца упустил такой шанс! Я вижу, ты уже отыгрался. Это еще только начало. Я еще не решил, отпущу ли я его живым. Как-то это не совсем по-рыцарски. А как же слово чести, клянусь цаплей и все в таком роде? Клянусь цаплей, что выпотрошу тебя, если ты отсюда по-быстрому не уберешься! Ангард! Я тебя вызываю! Вы стоять! Не лезьте! Собака! Сделаем все по-рыцарски! Воспой же, о муза, героя в сражение, где ведьмак наглецу нанесет поражение. Я тебя выпотрошу, а потом и парикмахера этого не доделаю. Помни, что ты должен победить! Я уже не стану менять стропы!
Ну давай! Я сам дверь свою! С дороги! Поздно уже. Может, мы лучше пойдем? Ле Папильон, раны святого Лебеды, вы спасли меня в самый последний миг. Можешь не благодарить. Жан-Луи Людовик, я полагаю. Пойдем, пока не... Тихо вы там, оба! Вот оно! Узрев ведьмака, все застыли от страха. Ахальника вмиг превратил он в кастрата. Кишки натянулись, как струны на дыбе. Ведьмак ему брюхо вспорол, словно рыбе. И славный клинок погрузил столь глубоко, что враг захлебнулся желудочным соком. И рухнул, накрывшись ногами своими. А все это в честь досточтимой княгини. Что насчет моей платы? Я планировал расплатиться с тобой в рассрочку. Назначим выплату, скажем, раз в полгода. То есть денег у тебя нет? Я вам заплачу, мастер-ведьмак, и сто крат вас отблагодарю. Зайдите ко мне как-нибудь подровнять височки. Благодарю.